И действительно, ситуация тревожная. По сравнению с январем минувшего года на территории Новосибирска пожаров произошло почти на 60% больше – 191. В жилом секторе дома горели в два раза чаще. Выросло и количество погибших в огне людей – 11 против 6 в прошлый период. Исходя из этого, мэр города Анатолий Локоть предложил членам комиссии по чрезвычайным ситуациям проанализировать текущее положение дел. Меры по предупреждению пожаров в нашем городе мы предпринимаем сегодня. И какие дополнительные еще усилия надо приложить для того, чтобы ситуацию переломить. Чтобы эта динамика, она перестала иметь вот такой характер все возрастающий. По данным МЧС, рост числа погибших в январе зафиксировали в Центральном административном округе, а также в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска. Последний жуткий случай произошел 19 января в постройке, сооруженной на гараже. Погибли 4 человека. Мэр увидел в этом системную проблему. Люди стали зарабатывать на этом. Незаконные постройки, одно дело в частном секторе, это отдельная проблема. Это вот кооперативы у нас, эти гаражи, иногда буксы, там двух, местами трех, сколькиэтажные есть. Если еще сверху там какие-то халабуды понастроили, то это все чревато вот подобными последствиями. По итогу совещания мэр поручил главам районов провести мониторинг гаражных кооперативов, чтобы выявить все незаконные жилые постройки. Помимо этого, профильным службам поручено очистить от снега гидранты в частном секторе, обследовать ветхие, уже расселенные дома и сделать все, чтобы люди туда не смогли проникнуть. А также подготовить документы, которые могут решить вопрос с участием Новосибирска в областной программе по установке в жилье пожарных извещателей. Выполнение всех этих решений должно положительно сказаться на пожарной безопасности всего города.